Кілька років тому купка спеціалістів із Міжнародного центру картоплі разом із насівськими вченими змогли довести, що фантазія письменника Енді Вейра може стати абсолютною реальністю. Вони виростили картоплю в умовах, наближених до марсіанських. Але поки американці розганяли теорії і бавилися в експерименти, русські учені в дуеті з кондиторами методом «догнать і перегнать» розгорнули цілий пекарський фільварок на МКС. І не з чим-небудь, а з тульськими пряниками. Звичайно, що це... Але не зовсім. Це Юра Гаврищак, Вести Кремля, і ми продовжуємо розжигать. Дуже часто істина лежить на поверхні, і здається, ось вона, бери. Але ні, бо найочевиднішого часу не помічають аж до найостаннішого моменту. І все намагаються дійти до істини манівцями, у той час як найкоротший шлях до неї – прямий. От такий народ мокшанський, тисячоліттями думає, що їм жити погано, а істина, як виявляється, у морозиві. No. Два года назад пиарщики ВВХ решили использовать новый ход. Показать, что дедушка-то в принципе от рядового россиянина ничем не отличается. И как каждый макшанин, очень любит мороженое. Люблю пломбир в стаканчике. И эскимо на палочке. И вафель на мрожке. В брикете и в лотке. Еще фруктовый лёд. Ведь мороженое любят все, а те, кто не любит, тот... Лох! И вот впервые два года назад на авиакосмическом салоне Путин продемонстрировал свою любовь к этому сладкому молочному продукту. После этого мороженое вошло даже в дипломатическую практику. Царь Аквафреш и начал активно накачивать российским мороженым императора Поднебесной. В основном возит ему сладкий продукт тоннами по случаю и просто так. Подарок вам привез целую коробку мороженого. Российского. Мороженого было столько, что администрация Си Цзиньпиня была вынуждена торговать подарками ВВХ на улицах из специальных холодильников. С вот таким вот веселым человечком. А сказочный тем временем принялся обрабатывать мороженым Эрдогана. Ну, может, так он его где-то за кулисами кормил, но на людях все свелось к тому же авиасалону и той же палатке с мороженым. После этого на Пашу нашло какое-то помутнение, потому что иного объяснения у нас просто нет. Сразу после мороженого Эрдоган выразил желание купить абсолютно ненужный Аурус, который каким-то чудом заехал на авиасалон, а потом вдобавок захотел купить еще и вертолет. Ой, дурак! Но главное не это. Обратите внимание на момент, когда Путин расплачивался за мороженое. 210. А? 210? Министру зайдите, ему на развитие авиации. Только что вы воочию наблюдали, как формируется бюджет российской авиации на сдачу с 5000-ной купюры. Что? Да, не удивляйтесь, все абсолютно логично. Путем нехитрых вычислений получаем 4790 рублей. Эта сумма и объясняет все. И идеальные суперджеты, которые никогда не падают. 5 мая рейс Аэрофлота Москва-Мурманск. На борту суперджета «Сухой» находились 73 пассажира и экипаж 5 человек. Да и вообще, отличное состояние российской авиации в целом. Очень люблю самолет, чего? Да ладно, Мася, это абсолютно нормально. Ну,
Сейчас в каждом самолете такое используют. Более того, не только авиации единой, потому что похоже, что на сдачу с мороженого финансируются и другие отрасли российского бюджета и медицина. Пожилой пациентке с переломом шейки бедра медики прописали нестандартное лечение – примотать к ноге старую больничную швабру. И образование. Родители вынуждены сами собирать деньги на компьютеры, шторы, учебники. А теперь раскошелились и на биотуалеты для первоклассников. Ну и куда же без космической отрасли? Кто-то, кажется, идет не так. Или армии. На 4790 рублей. Ну да, ну это нормально. Про те, що президенту Росії відверто начхати на всі норми міжнародного права, абсолютно не секрет. А про те, що Володимир Володимирович та його оточення казково збагачуються, поки країна бідніє, хтось знає, а хтось здогадується. Але не всім відомо, що виходець із Ленінградської подворотні досі не може себе контролювати і порушує закони навіть у найдрібнішому. В книгі, на яку Путін кожні кілька років кладе руку, чорним по білому написано. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Здесь уверены, если бы не Володя Красное Солнышко, никто бы не придерживался законодательства. По крайней мере, он сам так говорит. Все должны оставаться в рамках закона. Должны всегда оставаться в рамках закона. Все, что выходит за рамки закона, недопустимо. И закон должны соблюдать все. Да! Да! Но нет. Или почти все. Тут Пеня катается по оккупированному Крыму вместе с придворными дворнягами. И он, как и все остальные, без шлема. Оказывается, царь не идеальный. Как жить-то, б***ь, а? Как жить-то? Путина понять можно. Он мог надеть свой шлем, садясь на мотоцикл, но палиться не хотелось. Тем более, объяснение можно дать, как всегда, по Крыму. Полная чушь и ложь. А действительно, это мог быть сплошной оптический обман, как когда-то с российскими военными на полуострове. Нет, не было и нет. Юрист Максим Чехнов из Владивостока все равно написал жалобу в ГИБДД. ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму. И в конце концов, это только враги народа могут придираться к самому. Те, кто задевает эту русофобию, русофобию затевают, вот это затевают, все вот это я этим людям это адресовываю. Доиграйтесь. Потому что для него особые правила. На КамАЗе без ремней безопасности, через дорогу без пешеходного перехода. А сколько еще было этих нарушений? Но никто не видел, перекрывали целые города. Путин едет по стране, а мы по-прежнему! Теперь главное, чтобы Пеня и дальше забывал обо всех формальностях, потому что он необычный гражданин. Сказочный. И дальше ездил без шлема. Летал без парашюта. Нырял без акваланга. Зачем? Все равно сплывет. Рано или поздно. До пророків в усі часи ставилися із повагою і трепетом, бо ж дуже часто пророцтва збувалися. А жартувати з такими могутніми людьми було дуже і дуже небезпечно. Тому хочемо попередити, жартувати з вістями Кремля абсолютно не варто. Бо ми єдині, хто з точністю знає, коли настане велика китайська окупація Запоріжжя. І скажемо більше, запасайтеся попкорном, бо він точно навіть вистигнути не встигне, як над Кремлем замість аквафрешівського буде гордо розвиватися червоний прапор із золотими зірками. Русські з китайцем, браття навек, вечних єдинства народов і раз. Не секрет, що русські з китайцем, браття навек. Кроме очков и другого стратегического товара, китайские комрады массово экспортируют в Россию чрезвычайно надежные автомобили и не менее надежные, короче говоря, все остальное. Настало время сделать больше мусора. В обмен на это Россия добросовестно поставляет своим лунноглазым братьям жен. Let's go.
А также лес, нефть, руду и другие полезные ископаемые, из которых китайцы потом делают и продают своим макшанским братьям за твердую конвертируемую валюту. Да уж, я не знаю, кто здесь виноват, наша почта, либо продавец, что так плохо упаковал телефон. Но уважаемого Си Цзиньпина и его товарищей в последние годы очень сильно тяготила логистика – возить что-то из России в Китай. А так как добровольно интегрироваться с древнейшей цивилизацией на Земле ВВХУ почему-то не спешил, то в Пекине решили этот процесс интеграции немного ускорить. На России пройдут масштабные командно-штабные учения «Центр-2019» с участием подразделений из Китая, Индии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Как сообщили в Минобороны РФ, активная фаза маневров запланирована на период с 16 по 21 сентября. Казалось бы, что тут такого? В последние годы китайцы регулярно тренируются с русскими, но суть вот в этом. Китай направит на учения в Россию 1600 солдат. На самом деле, в числительном немного ошиблись, и оригинальное сообщение от агентства Синьхуа выглядело именно так. Китай направит на учения в Россию 1 600 000 солдат. Ну а 1 600 000 солдат – это ровно на 500 тысяч больше, чем вся регулярная армия России. Поэтому неудивительно, что утро 16 сентября для всех подданных ВВХУ будет выглядеть немного необычным. Конечно, никто прямо о какой-то оккупации говорить не будет, просто обучение немного затянется лет так на 1000. Кабаев наконец-то станет тем, кем он всю жизнь мечтал стать, императором Путином. Правда, с некоторыми нюансами в китайской транслитерации, а именно Юхол, в честь древнекитайского божества. Парад к 9 мая на Красной площади немного изменится. А остальному населению придется немного подучить китайский язык. Но что это такое по сравнению с возможностью наконец-то зажить по-человечески? Правда, недолго, зато по-человечески. Минулого тижня на громадян Акафрищі звалився черговий привід для гордощів. Вперше в історії людства на орбіту запустили людиноподібного робота. Росіянського. Але потім виявилося, що Фьодор не на 100% росіянський, а на якихось 40%. Та й не перший робот на орбіті взагалі. Бо до нього там були і японські, і американські роботи. А потім стало не до першості, бо за давньою російською традицією почалися проблеми. Утверждають космонавти і мечтателі, що на Марсі будуть яблоні цвісти. 22 августа те, кого журналист Аркадий Бабченко метко называет одичавшими потомками Гагарина, загрузили ведро с гайками в жестяную банку и зашвырнули этот хлам на орбиту Земли. В прессе, правда, последовательность этих действий получила несколько иное название. К Международной космической станции направляется корабль МС-14 с роботом Фёдором на борту. Запуск с космодрома Байконур был произведен ракетой-носителем «Союз-21А». Перед стартом робот произнес знаменитое «Поехали». Но суть от этого не поменялась. Ведро с гайками вышло на орбиту, начало стыковаться к МКС и... Что-то, кажется, идет не так. Этим утром причалить к модулю «Поиск» с первой попытки не удалось. Таких приколов я не видел еще, парни. На самом деле было бы странно, если бы все пошло по плану, и «Союз» с первого раза таки пристыковался бы к МКС, а так... Да пустяки! Дело-то житейское. Причина, по официальным данным, возникли непредвиденные технические трудности. Ох, какая жалость, ах, какой сюрприз. Эти непредвиденные трудности потом подробно объяснил Дмитрий Олегович Рогозин. Мы выявили проблему на самой станции. Мы видели, что да, действительно, данный МИМ, значит, его оборудование не отвечало на сигналы корабля. Но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства. Ну как это не русского производства, если тут черным по белому написано? Поиск – модуль российского сегмента Международной космической станции.
Стыковка модуля «Поиск» производилась только средствами российского сегмента МКС. Более русским не бывает. Но Рогозину в конце концов виднее, потому что, может, этот модуль пуски еще 2 месяца назад российского гражданства лишили и с работы в Роскосмосе уволили. Но в Роскосмосе так просто решили не сдаваться. И для того, чтобы все же пристыковать союз с Федором, Марусей и тульскими пряниками... Послушайте, что вы несете? Что вы такое сочиняете? Мы абсолютно ничего не выдумываем. Потому что кроме Маруси, робот Федор, как оказывается, потащил на орбиту коробку тульских пряников. Федор застрял в пробке, но доставил тульские пряники на МКС. Один вопрос. Как это зачем? А есть на МКС робот, что будет? Точнее, не робот, а космонавт, который в костюме робота Федора должен заниматься на МКС очень полезными и научно значимыми вещами. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм оператора и попробует с помощью манипулятора протереть стекло иллюминатора тряпочкой, подержать фонарик, перерезать кусачками провод и воткнуть штекер. Собственно, это вся программа работы манипулятора на МКС. Для спасения научно важного протирания иллюминатора тряпочкой даже совершили первую в мире перепарковку модулей в открытом космосе. Руководил перестыковкой командир корабля россиянин Александр Скворцов. А на России матушке принесли в жертву население целого женского монастыря. Срочная новость у нас сейчас. В центре Москвы горит здание 14 века. Огонь охватил жилой корпус Богородицы Рождественского женского монастыря. И только тогда пошло. Итак, космический корабль «Союз» с роботом Федором на борту причалил к МКС. На этот раз стыковка прошла успешно. Ура! Заработало! Хотя ничего удивительного здесь нет, потому что и робота Федора можно понять. После протирания тряпкой окна и других полезных манипуляций его конец предусмотрен давным-давно. Робота Федора могут затопить. Именно поэтому Федор и не давал пристыковать свой корабль к МКС, всеми силами пытаясь повторить судьбу Стармена. Но так получилось, не фартануло. Поэтому уже через недельку первый в мире космический робот с высот небесных переместится в глубины морские. И компания у него будет достаточно неплохая – подводная космическая группировка Российской Федерации. Багато професій, без яких у минулому не уявляли свого життя, зараз виглядають архаїчними. Наприклад, запалювач вуличних ліхтарів чи встановлювач кеглів для боулінга. На Русі в цю категорію ось цю переведуть алестонощів. Кількість кореспонденції за найближчі 4 роки впаде в 1.5 рази. А самі почтальйони, якщо хочуть зберегти джерело доходу, повинні вивчити якісь нові професії. Бо Почта Росії невдовзі стане організацією, що займатиметься всім, крім самої пошти. Почту России пытались реанимировать танцами, новейшими технологиями. Но спасение пришло с самого скрепного фланга – алкогольного. С Нового года в отделениях продают пиво. Почта России стала продавать этот напиток, пенный и другие слабоалкогольные напитки. Наконец-то дождались. Учитывая скорость предоставления услуг, а тем более качество, перед тем, как обращаться к Почте России, действительно лучше выпить. Но и все в этой стране знают простую истину. Знают взрослые и дети, пиво без водки, деньги на ветер. Тот, кто без водки пиво пьет, или больной, или идиот. Вот. Поэтому теперь раскрыли тайну почтальона Печкина. Я почему вредный был? Просто раньше водку на почте не продавали. Почта России попросила 85 миллиардов рублей на создание центра притяжения. За 1 миллиард 300 миллионов долларов притяжение будет невероятно сильным. Это если говорить о земном притяжении. Потому что в алкомаркете почты будут продавать и пиво, и крепкий алкоголь, и еще разные вкусности. Центры притяжения – нечто среднее между почтой, многофункциональным центром, алкомаркетом, аптекой и банком. В этой стране самые популярные товары алкомаркетов и аптек довольно похожи, но хоть в чем-то выбор у людей будет.
административные центры сразу будут выдавать справки. А отделения банков на почте будут менять россиянам валюту. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Кроме того, концепция подразумевает придание почтовому отделению функций образовательного и медицинского учреждений. Поэтому теперь почтальон-специалист многофункциональный. Здравствуйте, раздевайтесь, всем покинуть помещение. Может налить деду, вылечить, полечить бабку, провести урок химии внучке или сделать прививку жучке. А все на зарплату, за которую можно купить разве что репу. Потому что в глубинке за любую работу должны быть благодарны. А самое главное, если уж почтальоны будут предоставлять образовательные, медицинские, банковские услуги, то на все эти сферы бюджетные деньги можно не выделять. Или как? Операція по видаленню турецького ножа зі спини Владимира Путіна, схоже, пройшла напрочуд успішно. Зі зміною політичного вітру у світі Москва забула Анкарі, збиті літаки та загиблих льотчиків. І тепер Таїп Ердоган не просто надійний партнер, а й добрий друг дяді Вови, з яким не тільки справи можна вести, а й на літаки подивитися і морозиво поїсти. До речі, про морозиво тут окрема історія. Помните старую детскую песенку про волшебника, который прилетает на голубом вертолете, показывает кино и угощает мороженым? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Так вот, мы его нашли. Это Владимир Путин. А что? Доказательства, как говорится, налицо. Во-первых, волшебник персонаж сказочный. Зачем его только из больницы выпустили? Так что здесь все понятно. С летательными аппаратами тоже дед знаком уже давно. Он и на самолете, и на вертолете, да и на батискафе, если что, может. Ну а вопрос про кино тоже не вопрос. И видео покажите, пожалуйста. А теперь все понятно стало и с мороженым. Во время визита в Москву турецкого президента Таипа Реджепа Эрдогана на авиасалоне «Макс» ВВП накормил и своего коллегу, и всю делегацию мороженым. За меня тоже заплатишь, да? Да, заплачу. Это же гость. И здесь, кстати, есть одна изюминка, ведь мороженое ВВП купил на том же месте и, похоже, у той же продавщицы, что и на авиасалоне 2017 года. Кто-то бы сказал, ну и что здесь такого? Ну, работает человек 2 года продавцом мороженого. Так, например, считает и спикер Путина Дмитрий Песков. Мы не знаем. Очевидно, что на Максе из года в год работают одни и те же компании, торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, это та же продавщица или нет. Это вопрос не к нам. И все бы тут ничего, если бы эту же продавщицу не заметили еще на нескольких фото в непосредственной близости от президентского тела. Так, к слову, уже было с простыми рыбаками и другими благодарными россиянами вокруг Путина. Есть все основания полагать, что российский президент настолько боится собственного народа, что даже для картинки на телевидении подбирает агентов Федеральной службы охраны. И в современной России это стало обычным делом. Как говорится... Это норма. Единственное, что не ясно, так это в каком звании надо быть, чтобы продавать президенту мороженое. Карл Фрідріх Гейронім, барон фон Мюнхгаузен. Цілком реальна людина, яка прославилася завдяки своїй брехні. Спочатку барон майстерно розповідав небилиці односельцям про свої пригоди на Росії, які згодом записали і видали друком, зробивши книгу бестселером. Так би не так. Ім'я барона Мюнхгаузена стало синонімом слова «фантазера». І от тепер на сучасній Росії з'явився свій Мюнхгаузен. Звичайно, менш талановитий, брехуна, ніж барон чи пені перший. Але прославити йому теж дещо. Вдасться. Откровенно говоря, раньше Барнаул особо ничем не отличался от других российских городов. Конечно, было промо-видео с хорошими видами центра, всяких танков и часовен. Также этот алтайский город знали благодаря озеленению Навального. Привет, это Навальный. Кто-то мог слышать о выдающемся путинском прорыве в Барнауле. Нам необходим настоящий прорыв. Из-за которого, собственно, и хотели в свое время даже его переименовать. Например, ну, Путинберг,
или Путинград. Ну а почему бы и нет? Больше ничего особенно интересного в Барнауле рассказать бы не получилось, если бы не... На дне рождения супруги депутата в Барнауле выступила Сиси Кетч. Да, само по себе выступление поп-дивы из 80-х так себе сенсация. Забытые звезды прошлого не только на днях рождения поют, но и за саранские квартиры не платят и к власти лезут. Понимаю, когда вы... Интересно даже не то, сколько депутату-экскоммунисту Владимиру Попову стоил праздник, а то, как он хитро отмазался от самого факта оплаты. Депутат с Алтая Сиси Кетч, моя двоюродная сестра. Пи***ш. Это человек... Действительно, трудно поверить, что этот человек и вот эта певица действительно родственники, даже дальние. Но вдруг Попов говорил правду и может доказать родство с Сиси. Может, у него не только сестра известная, но и... Брат. Брат. Ага, брат-барат, с которым он хорошо проводит время. Говорят, там и папа непростой. Я твой отец. Так вот, благодаря Попову случайно выяснилось, что Барнаул не заштатный провинциальный городок на Алтае, а настоящий селебрити-сити, родина самой странной семьи России. Гордість росіянської національної кухні – пельмені, як і більшість русского, запозичене. Найпоширеніша версія, звідки блюдо з'явилося на столах – Уральська. А назва має угрофінське коріння. Вперше прізвища з пельменним походженням почали зустрічатися у документах уральських населених пунктів у столітті 17-му, а 18-му – пельменів, пельменників. І от мода на них знову повернулася на Росії, але не в армії. Вы не просто так видите, как Маша и Медведь вместе со своим китайским другом лепят пельмени. Ведь именно о них и пойдет речь. Кроме кусочков мяса, завернутых в тесто, пельмени бывают разные. Вот, например, Вася пельмень. Он абсолютный чемпион по пощечинам, которыми беспощадно уничтожает противников. Но не только ему досталось гордое имя русского традиционного блюда. Всем привет, меня зовут Пельмень Кондольский. Что за мать твою не понял? Пельменем кондольским этот парень был не всегда. В марте сменил имя ради 200 килограммов русской еды. Какое-то время на этом хайпил, даже пилил мемы о себе любимом, но... Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя. А почему? А потому? А потому почему? А потому почему? Потому? А потому... Действительно, что же побудило интересного пельменя Кондольского снова стать неинтересным Романом Грошевым? Может, это... 200 килограммов своего любимого блюда он так и не получил. Вместо них дали деньги, которые Грошев потратил на новый телефон и развлечения. Это Россия! Говорят, примерно на такой телефон и хватило денег пельменю, хотя он уверяет, что дело в патриотизме. Бабушка говорила, ты родину так продашь за пельмени, ты Россию продашь. Ну куда я продам родину, куда я продам Россию? Вы чего? Россия — это наша любимая страна, мы... это классно. За это похвалю. Но не только в России, матушке, дело. Были куда более шкурные интересы. Не хочу с этим именем идти в армию, ну потому что это будет трэш, и я не знаю, что меня на кухню, наверное, пойдут, пошлют. На самом деле кухня не самый страшный вызов в российской армии, а за позор, который он может принести своей фамилии, самой сильной армии мира, Рома имел шанс расплатиться очередным проявлением дружбы в своеобразных отношениях. Русский с китайцем, братья навек. Хотя согласитесь, если бы у пельменя солдата проснулись амбиции стать генералом, выглядело бы не менее пафосно, чем парад с тувинским резчиком по дереву. Усі знають, на Росії 95% усіх грандіозних проєктів робляться виключно дендрофекальним методом. Це стосується не лише продукування автомобілів, а й побудови мостів, будинків, виробництва їжі. Абсолютно все, окрім космічної галузі. Хоча дендрофекальний метод у світлі останніх подій туди дуже проситься. Але ні, бо насправді космічна галузь і Радянського Союзу, і тепер Араски-Федераски стояли виключно на рідкому фундаменті. І це не ракетне паливо, і аж ніяк не горілка. А те, чим дуже любить частувати свій народ, просто в очі сам ВВХ.
Знаменитого Гагаринского поехали, началась знаменитая космическая эра для 1/6 земной суши. И началась исключительно для того, чтобы через несколько десятков лет бородатый дядька Юрий Размышляев выполнил вот эти полные драматического надрыва строки. На площадь Гагарина выйду с плакатом, и вот что на нем напишу я, ребята. Прости нас, Юра, мы на Марс не слетали. Прости нас, Юра, мы все проебали. Объяснять ничего не надо, все и так все знают. Российская космонавтика умирает в страшных конвульсиях, и от полного и окончательного коллапса ее до сегодняшнего дня удерживала... Струя мочи? А я не понял! Согласны, звучит немного странно, но именно... Струя мочи? ...является критической для поддержания последних искр жизнедеятельности Роскосмоса. И вот почему. Давным-давно. Ну, не так аж давно, но в далеком 1961 году, когда Юрий Гагарин впервые задумал бороздить просторы дальних галактик, перед стартом ему очень захотелось по-маленькому. Около 7 утра автобус из монтажного корпуса направился к стартовой площадке. И тут Гагарин попросил остановить автобус и дать ему возможность справить малую нужду. Послушайте. Да, именно так. С 1961 года вслед за Юрием Гагариным все российские космонавты щедро орошают правое заднее колесо автобуса на счастье. Кто не оросит, тому будет беда. Что-то, кажется, идет не так. Это же бред. Но ведь бред. Бред, послушайте. Именно так этот ритуал и выглядит для всего цивилизованного мира. Полным бредом. Тем более, мужчины мужчинами, а что говорить о той самой Валентине Терешковой или иных представительницах прекрасного пола. Ох ты, вот же хрась. Ну что поделаешь. Это Россиюшка. И вот, у россиянского космонавта решили забрать последнее. Одна из гагаринских традиций может оборваться. Все из-за нового скафандра «Сокол-М», который не имеет застежки спереди. Теперь колесо автобуса, на котором экипаж едет на стартовую площадку, будет оставаться сухим. О, хлеба! Теперь пописать перед стартом совсем не получится, хотя... Есть техническое задание. Там нигде не написано, что надо пописать на колесо. Я не знаю, как это будет происходить. У нас ширинки на новом скафандре нет. Если будет дополнение к техническому заданию, мы ее сделаем. В конце концов, так как недавно летал Роскосмос, то никаких клапанов и не надо. А надо сразу надевать памперс, а еще лучше сразу целую пачку, чтобы точно не конфузиться. Что сделали? Памперсы, правда, необычные, а специальные, космические, на разработку которых надо потратить 100-500 миллионов бюджетных денег или банально украсть. Хотя есть и другой вариант, традиция как-никак, поэтому от нее полностью отказываться нельзя, но можно немного видоизменить. Например, перед полетом справлять малую нужду не на колесо автобуса. Зачем же технику портить и антисанитарию разводить? А делать это на главу Роскосмоса. Ведь сам Малахов говорил, уринотерапия лечит все. Вот и Рогозина подлечит. Вот теперь точно к Марсу долетим. Колись здавалося, що вірнішого союзника, ніж Лукашенко, в Путіна не буде ніколи. Але минали роки, і білоруський лідер все частіше починав проявляти характер. То на саміті на Путіна голос підвищить, то йому умови співпраці не подобаються, то нафтопродукти не такі. Красне Солнышко терпів, але потім вирішив. Годі. І знайшов шлях, як провести чудову блискавичну операцію, щоб позбутися вусатої проблеми. Під боком. Ця країна стоїть на трьох китах. Путин президент мира! Ура! Настойки боярышника и гордости за дедов воевавших. Последнее приобретает иногда настолько удивительных форм, что кажется, ничего более странного уже не придумают. А нет, могут. Смотрите, какой у нас патриотизм. Дайте-ка я сниму. Это у нас корова одета в форму солдата Советской Армии. С одной стороны, если бы брянских коров не одели в форму советских солдат, их могли бы одеть в форму стран НАТО. С другой, в провинции могли не понять. Слышали, что тёлки ко Дню Победы в форму наряжаются. То и реализовали, как умели.
Будет ли проводить Шойгу штурм Рейхстага, этим войскам пока неизвестно. Скорее всего, эпизод в Брянске – это только испытание. Далее будет формирование общественного мнения знакомым методом. Перепишут историю, и по открытым архивам окажется, что именно российские коровы сыграли решающую роль в истории Великой Отечественной войны. Они остановили фашистские танки на Курской дуге. Отвага парнокопытных деморализировала защитников Берлина. Что и говорить, если даже парад победы маршал Жуков принимал, сидя на корове. Да что там, по некоторым данным, даже корова сидела на маршале Жукове. И когда все познакомятся с правильной версией истории, никто не будет удивляться, что коров мобилизируют в армию вместо сгоревших бурят. А под шумок сказать, что исконных парнокопытных обижают, в ужасных условиях держат. Посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже, эти, уже на шерсти закорела все там. Так можно и Беларусь захватить. Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля Слівки. І не забувайте про нашу електронку Кремлін Вісті Укрнет.